Да ё-моё. Джон Милано присоединился, йоу. Слышите, кейчарги, Андрей Глазуновы, идите сюда. На самом деле, там все меня ждут в эту трансляцию. Че там оставляю, позову Радаму? Оск. Серьезно, на голову. У меня, да, хочешь дать свой? У меня грузит. Чуваки, здесь Wi-Fi есть, если что. А пароль знаешь? Да, 1, 2, 3. Я не знаю. Это бесплатно вроде бы. Да, позвал. 1, 2, 3, короче, 4 раз. Уф, уф, уф. Четко. Снимаем видео, ребят, онлайн. Блядь, прости. Ах, я не знал, что так и есть. Стой, ты хочешь, чтобы тебя видно было? Вот. В общем, ребят, мы встретились специально для того, чтобы я вам показал свои носки. Так, что еще? Мне кажется, лагает. Потому что активность не приходит. Где ваши лайки, комменты и комплименты и все прочее? Смотри, посмотри, как там. Телефон-то целый или что-то сломал? Мне кажется, Леша хуй. Да нет. А что он сделал? А что, очень новости из-за вот здесь, Леша. Все понятно. Эй, лайки ставим. Там кому снимаем? Там лагает, чувак. Пишет, не лагает, не лагает. Не, не лагает. А может, у нас просто не показывается? Мне кажется, да. Надо что-нибудь придумать. Надо просто базарить на камеру, не стесняться. А было бы чего, даже вопросов ничего нет. Никакой темы обсуждать. Не, ну можно свою тему придумать. Например, как круто, не круто жить в Москва-Сити. Ага. Вот отвечаю. Москва-Сити, 58 этаж. Если бы я здесь жил, я бы по-любому с окна поссал бы. 51-й. Что с ними путаешь людей? Тут окна не открываются. Я задал вопрос. У нас, походу, лагает трансляция, мы не видим ни вопросов, ни лайков. Я плохо, короче. Просто в бинокль за всеми наблюдал бы. Капец. Это четко, он сейчас опять пойдет. Собственно, Карина. Поделилась трансляция, еще опять будет. Круто, нас много народу здесь смотрит. Кто-нибудь посмотрел? Да. Я хочу посмотреть, как здесь активно сидят. Я думаю, нормально. Сколько народу, жесть, жесть, вообще просто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нормально. Можешь поделись еще раз, ты меня, кажется, не ты меня игноришь. Исмаил, я тебя не игнорю, у меня просто лагает. Поделись еще раз. Мне кажется, ты чат закрыл, нет? Шеф. Что происходит, почему не если я закрыл... Нормал. Все. Ну вот смотри, у меня показано, там нет. Только звук убери, что будет это самое. Пока есть возможность, пока есть возможность. Я блогер, он блогер. Это трансляция этого крутого парня. Он подписан на нас, смотрим нас. Ребята, мы снимаем мы крутые видосы. Мы сегодня снимем еще очередной вайн. Да. Не смешной. Да, как обычно. Но вы все равно подписывайтесь. Да, подписывайтесь, смотрим нас. Ссылки у нас в профилях. Видишь, я ну, как бы поделился, но там никто не показывает. Круто. Я не понимаю, что это фигня. Так невозможно. Все равно 500 человек. Так что, ребят, мы не видим ваши вопросы, ответы всякие, лайки. Не, лайки уже пошли, кстати. Не, лайки есть. Только от одного чувака показывают какого-то. Вот и куда, ты куда? Так, ладно, ну в общем, ребят, Москва-Сити это круто, но высоко. Давайте мы им обзор покажем, сейчас. Смотрите. Вот, честно, я бы здесь не жил, потому что немножко угнетает. Прикольно, да, круто, но я бы пониже где-нибудь жил. Какой был дом этаж? 47, по-моему. 51. А кто пойдет? Мне прилетит. Я не знаю, тема какая-то башня, но это колянная. Вот, мы были в Кингсмане. Я даже, по-моему, вижу фото, да, где в Кингсмане. Да ладно. Но оно очень похоже. Ну-ка. Вон, видишь, где рыжий свет? Так, где рыжий свет? Вот. Нет, я не вижу. В центре, сбоку, где? В середине прям. Мне кажется, это не трезвый люди. Смотри, сейчас я разберусь. Да, вот этот чувак тоже известный. Ага, все. Чего ты в своем телефоне заселся? Даже буквально, да? Я еще не выпить нечего, поэтому все. Собственно говоря, что еще можем рассказать?
Забрал ходи. Эту комнату мы арендовали всего лишь на час, потому что там нам не нужно больше. Ну да, мы понимаем, что здесь ловить больше нечего, и это слишком некрутое место для нас. 4 колена за 40 минут выкурим. Ну пока да, принесут уже время, как бы. Выкурим. Постараемся. А там время разве считается не за то, что когда нам колен принесут? Нет. Нет. Сомневаюсь. Может, два? Какая раз, все равно подарок дает. Два часа. Может, два часа? Ну, два часа. Точно. Да, что такое? Каждый по себе. Еще одну штуку. Пожалуйста, можно идти спокойно, пять штук. Сейчас посмотрим, что как. Может, НГ здесь отметить, снять хату просто с 11 до часа ночи. Здесь? Да. Мне кажется, во-первых, здесь уже аренда стоит. И... Смотри, что цены будут, да, такие же. Короче, бедные люди, типа 5000 час. И комментов, и лайков. В смысле лайков нет, вон лайки идут. Один человек стоит и все. Кто там делится? Вот, мне кажется, что только твои подписчики могут писать. Потому что... Да. Я что-то выпишу комменты. Я комменты выпишу. Да все, оставь их, выпишу новый. Всех. Нельзя... А, можно или нет? Нет, в смысле, как?